А что ты тут? Ой, ребятушки, я не причесанный. Ну и шут с ним. Старый уже, какая разница, в чем мне? Жениться, что ли? Короче, вот сегодняшнее утро, то, что наловили, в основном все это взяли на агрессоры на глубине от 7 до 9 метров. Вот. Все, кто ходили, было где-то мельче, по каким-то глубинам, у многих результат, ну, плохой, скажем так, мягко. Вот. Сегодня были выходы щуки у ребят, ну, у нас тут одна. А так, в основном, вот на этих глубинах как раз вот нормально были поклевки, были сходы именно на агрессоры, халкообразные приманки. Бронза хорошо отработала и 217 зеленый. Вот на них мы это все дело наколбасили. Как-то так. Вот у ребят щучка. Хорошая. Да сколько ветра на весь? 2,7. Ну, 2,5. Вы ловили на глубине? Это... Чё? На глубинах каких ловили? Глубина какая была? Вот здесь, прям на трёшке. А, ну да. На косе. 3,5-5. Да. Как мой. Он же на охране. Так, друзья, мы в гостях. Столько всего нового. Подписчики наши. Передайте привет всем. Привет, привет всем. Привет. Так. Вот вопрос, короче, Урал. Нравится. Челяба, да? Да. Сюда едете сколько? Двое суток? Двое, на третий приезжаем. На третий приезжаем, на третий приезжаем, да. И стоит это? Стоит. Мы ночуем в Тольятти, потом ночуем в Волгограде и сюда уже. А вопрос зачем? Как зачем? Это же Ахтуба. Вот этот человек вдохновляет нас на такие поездки. Нисколько не жалко и не жалеем. Вот еще одна клыкастая морда с ямки 9-метровой. Вот такой бандосик. Бандосика Перман. Мы их очень любим. Ты сейчас там пройдешь? Илья, какие у вас ожидания от рыбалки сегодняшней? Блин, ну что могу сказать? Спасибо. Трудно, да, что-то либо сказать.